Пожилые, взрослые и дети. Огромное количество желающих пришло сегодня установить новый рекорд. В совхозе имени Ленина состоялась 4-я по счету памятная акция «Рекорд Победы». Наше поселение уже 4-й год является активным участником флешмоба «Рекорд Победы». Цель этого флешмоба, в общем-то, в каждом населенном пункте нашей страны установить так называемый «Рекорд Победы». «Рекорд Победы» заключается в том, что все вместе мы должны отжаться количество мирных дней после войны. В этом году это 27 028 раз. Памятный флешмоб начался уже сложившейся традиции – почтение погибших минуты молчания. Как? Мы готовы? Мы сделаем это! Настрой был боевой. Каждый стремился внести свой незначительный, но по-особенному важный вклад. Для меня это значит, это не только для меня, для всех жителей нашего совхоза, для всей России, я думаю, это памятная дата. 9 мая 1945 года, когда наши дедушки, бабушки выиграли у фашистов эту войну. Отжимались кто сколько мог, 100 или 5 раз, абсолютно неважно. Время было неограничено, количество отжиманий четко фиксировалось. В мои обязанности входило подсчет отжиманий количества. То есть все, кто участвовал в акции победы, подходили ко мне и говорили, сколько они выполнили отжиманий. А я записывал, фиксировал это. Больше всего на поле детей. Старанием и упорством некоторых малышей нельзя не восхититься. Сколько раз ты сегодня отжался? 20. Тебе было очень трудно или легко? Дальше меня. Трудно. Дальше ты справился с сегодняшней задачей? Я столкнулась с трудностью, что я, когда было 40 раз, я столкнулась, что я почти упала. Но я все-таки встала. В здоровом теле здоровый дух. Для каждого личный рекорд победы имел свое значение. Для меня это означает то, что мы все едины, в здоровом теле здоровый дух, и мы, вся наша страна, Россия и каждое поселение, мы едины духом, территориально, целостно, и вместе мы сила. Посещение акции стало для семьи Никитиных традицией. Каждый год мама и папа проводят беседу со своими сыновьями, где напоминают, какие важные и трудные годы прожила наша страна. Мы сюда сегодня пришли, как, впрочем, мы каждый год приходим всей нашей семьей. У меня 2 детей, 2 сына, младшему 3,5 года, вот он там. Старший сейчас на занятиях, ему 7 лет будет уже скоро. Мама, папа, были все. Вся наша семья отжалась, наверное, в среднем 60-50 отжиманий было. Рекорд установлен, общее фото на память сделано. Участники показали достойный пример выносливости. Анастасия Горелова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.